Привет, друзья! Ну, на России восторжествовала справедливость. Как говорил Ленин, уга, товарищи! А теперь давайте разберемся, что там за уга и какие товарищи. Значит так, на России только что решением Госдуры лишили неприкосновенности большинством там 343 на 55 депутата Госдуры Валерия Рашкина. Это того самого, который замочил лося на охоте. Я так понимаю, что нельзя было в этот момент охотиться, и что действительно это преступление, и действительно надо бы его лишить депутатского значка и, так сказать, арестовать и судить. И, скорее всего, так и есть. Да, скорее всего, он совершил преступление, и если бы он был депутатом в любой нормальной стране, кроме России, конечно, там в Эстонии, в США, на Филиппинах, наконец, не знаю, где угодно. Вот такое вот судебное преследование, ничего, кроме вот аплодисментов таких, да, глубоких, и всеобщего удовлетворения, не могло бы вызвать. Действительно, правильно, но чувака судят, но он же нарушил, должен ответить. А, замечу, он еще, по-моему, там член у них местной коммунистической партии, это ихней там российской. И все бы вроде бы правильно, да, ребятки? Но, а теперь давайте подумаем следующее. В стране, где половина депутатов Госдуры вообще какие-то уголовники. В стране, где там у них нету ни одного ни вора. Вот в Госдуре у них там нет ни одного ни вора, да? Более того, у них в Госдуре половина криминалитета. Это ж те бандиты, которые, помните, давали Путину разрешение все время напасть на Украину. Помните это, да? Вот. То есть, это та публика, фактически это фашисты какие-то. Фактически это террористы, потому что они разрешили другому террористу напасть на Украину. И они, не моргнув глазом, с таким, знаете, возмущением нарушения общественного порядка, они судят этого Рашкина, Какашкина, за то, что он убил бляха-муха лося. А вот за то, что их террористы, бандиты российские, которые напали на Украину, убили 15 тысяч человек на Донбассе, не. За это они никого судить не собираются. Как вам такое нравится? Короче, вот эта страна, Россия, которая там называется, да, она неисправима. Это просто, знаете, есть такое вот лишнее государство, вот лишнее, оно лишнее. Оно не дает жить ни себе, ни людям. И, вы знаете, с ними можно будет когда-то иметь дело, с ними можно будет иметь дипломатические отношения. С ними можно будет даже дружить и торговать. Одно только оно. Вот когда не будет на этой Госдуры, не вообще этой страны, а вместо нее будет 15, а лучше 25, а еще лучше 48 нормальных стран, вот тогда со всеми 48 можно будет иметь отношения. А пока они судят Рашкиных из-за лося, да ну их нафиг. Забор, колючая проволока и ров с крокодилами.